Пришел в Голицынскую ветеринарную лечебницу на практику еще студентом. Помогать животным решил в детстве. Сегодня Роман здесь уже ведущий врач. Тигры, лисы, еноты, барсуки и даже волк в списке его пациентов. Но, конечно, основная задача – помочь домашним питомцам. Самое сложное – поставить правильный диагноз. Все клинические признаки, все нюансы или поведение животного мы узнаем только от владельца животных. Сами животные показывают свои больные проблемы, это только посредственно. Помогать животным – лишь часть айсберга в работе ветеринарной службы. Ежедневно команда специалистов осуществляет профилактику особо опасных заболеваний на территории округа. Следит за выпуском безопасной и качественной продукции животного происхождения. А на территории Одинцова у нас в этом году было две вспышки орнитоза птиц. Это тоже заболевание, которым болеет в том числе и человек. Это опасное заболевание считается. Но поражает птицу и поражает человека. Заболевание хронического плана диагностируется довольно тяжело. То есть, если человек заболеет, иногда можно спутать его с другими заболеваниями, чуть-чуть похоже на грипп. Птицы, дикие и сельскохозяйственные животные зачастую являются переносчиками серьезных неизлечимых заболеваний. Именно в ветлабораториях проводят биологические и пищевые исследования животных и продуктов животного происхождения. Все работы в лаборатории проводятся в боксах биологической безопасности. Это помещение у нас помещение для первичной обработки проб, которые сотрудники лаборатории получают через шлюз. Строгое соблюдение мер санитарной безопасности здесь обязательно. Ведь многие вирусы животных представляют угрозу для всего человечества. При этом, прежде всего, мы должны внимательнее относиться к себе и к братьям нашим меньшим. Вовремя ставить прививки, проводить профилактические мероприятия своим питомцам и употреблять в пищу лишь проверенные продукты животного происхождения. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».